на фестиваль TV Start, мы даже и представить не могли, сколько талантливых исполнителей среди детей. Итак, дебют фестиваля. Впервые на большой сцене девочка из Запорожья Ангелина Красовская. Кстати, старшая сестра Ангелины, Каролина Красовская, на протяжении многих лет была лицом и лауреатом фестиваля TV Start. Что же, может быть, поэтому мы и называем зимний бал семейным праздником. Ваши аплодисменты, Ангелина Красовская!